Хочу вас удивить хитростью Татошки. Вот мы пришли тут в клинику, и Татошечка, доктор сказала, сейчас я приду. И Татошка, смотрите, что делает. Заделывает вход в переноски, чтоб его не достали. Татошенька, зайка, мы же все равно тебя достанем. И так уже, смотрите, состроил, забаррикадировал все. Чтоб Татошеньку не достали и не лечили, скажи меня. И не делали мне тут всякие процедуры. Молодец. Сообразительная крысяка. Знает, что надо делать. Надо заткнуть вход. Все, сидит тихонько, все. Татошка решил, что все ненадежно, решил переделать. И спрятаться понадежнее. Думаю, тогда меня не найдут. Да, Татошенька? Так тебя не найдут, да? Молодец. Сообразительная крысяка. Молодец. Давай, давай, давай. Работай, работай, работай. Давай. Надо же чем-то заниматься. Движение — это жизнь. Давай, Татошка, тебе надо двигаться. Давай, хочешь, вход забаррикадируй. Хочешь, там норку себе сделай. Ну, надо же, так сообразил, что надо здесь все закрыть. Я вот открыла. Давай, Татошка, закрою. Ладно, все, закрою тебе вход. Сиди спокойно, пока доктор не пришла. Но потом все равно будем доставать тебя, что делать. Надо же лечить Татошеньку, надо знать. Что будем делать сегодня, Татошки? Какое лечение дальнейшее? Что, другими зверюшками пахнет, да, Татошенька? Котиками, собачками пахнет, да? Вот мы с Татошиком уже вернулись из клиники. Не удалось ему забаррикадировать вход так, чтобы мы с доктором его не достали. Конечно, мы все равно Татошку извлекли из переноски. Ну, какие у нас успехи? Химию пока отменили. И до субботы смотрим, что будет с опухолью. Татошенька, Татош, повернись сюда, зайка. В общем, в субботу вечером... После 8 часов, 8, сказала доктор мне прийти на очередное УЗИ. Татошка, ты чего, протестуешь? Эй, посмотри сюда на нас. Вот, будем смотреть, что, как себя ведет опухоль без химии. Пока так. Ну и следим за сахаром. Смотрим, что с сахаром, потому что пока сахар по-прежнему остается высоким. Смотрим, как будет себя вести сахар тоже без химии. В общем, наблюдаем. До субботы пока у нас такие рекомендации. Ну и хочу попробовать физраствор. Доктор сказала, да, можно попробовать ингаляцию с физраствором, потому что антибиотики бесполезны. Может, физраствор немножко это хрюканье снимет.